Первую партию сжиженного газа сегодня отгрузили с нового завода в Ленинградской области. Это третье такое предприятие у нас в стране. Первый завод заработал 10 лет назад на Сахалине, второй в декабре 17-го на Ямале. И вот теперь на Балтике. Танкеры, на которых перевозят этот сжиженный газ, отлично дополняют традиционный способ доставки. Трубы, которые не везде можно проложить, ну или это неоправданно дорого. Таких удаленных регионов хватает в России. Завод в городе Высоцк будет снабжать потребителей и у нас, и в Европе. И речь не только о том, чтобы было чем обогревать дома. Со следующего года, по новым нормам, Конвенция о защите моря, все корабли начнут переходить с мазута на более экологичное топливо. Так что рынок сжиженного газа представляет большой интерес, отметил Владимир Путин, давая старт отгрузке по телемосту из Петербурга. Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, чтобы занять на этом направлении достойную нашей страны нишу. Перспективы здесь без преувеличения колоссальные, огромные. Это и рост экспорта, использование СПГ для заправки, бункеровки судов, в том числе здесь на Балтике. И, конечно, в безусловном приоритете широкое использование сжиженного газа, газомоторного топлива, экологичного и экономичного внутри нашей страны. Для газификации удаленных районов, для применения на транспорте, в системе жилищно-коммунального хозяйства, других сфер.